благоустройство территории, отделочные и монтажные работы, устройство внутренних сетей, строительство омского велотрека на финишной прямой. В конце июня здесь, на Вавилова 45, состоится долгожданное открытие современного спортсооружения. Сейчас уложена тротуарная плитка, готовится основание под асфальт. Заканчивается монтаж навесного вентилируемого фасада. Ведется работа по устройству сетей наружного освещения и подсветки здания. Внутренняя отделка на стадии завершения. Ведутся полным ходом отделочные работы. Заканчивается работа по монтажу пожарной сигнализации, вентиляции, отопления. И, собственно, мы уже вышли на финишную прямую. А рабочие готовят ядро сооружения к укладке спортивного покрытия, технические характеристики которого будут соответствовать европейским стандартам и позволять проводить соревнования по игровым видам спорта. Сам трек пока застелен покрытием, защищающим материал полотна от пыли. В начале июня приедут голландские специалисты для завершающих работ на полотне трека.